первый шаг в большой шоу-бизнес. В проекте «Голос» Первого канала примет участие уроженец Барнаула, музыкант Вадим Капустин. Он дебютирует в новом, 5-м сезоне. Вадиму Капустину 44 года. В настоящее время он живет в Москве. До недавнего времени был участником коллектива Triangle Sun, что в переводе означает «треугольное солнце». В этом году музыкант решил начать сольную карьеру. Сейчас под псевдонимом Исаак Найтингейл он готовит запись дебютного альбома в легендарной голливудской студии звукозаписи RASK. Вот одна из песен. Yes, I'll see her again. It's not over.